Буэнос диас, мис керидос амигос, ядерный рассветный заряд вашего экрана, это значит, что сегодня у нас кто-то сломанный. Это Detroit Become Human, поэтому сажайте жопы поудобнее, хватайте ништячки, а мы поехали. Так, я так понимаю, это должна быть серия с Маркусом. Да. Ну что могу сказать, это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты и весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, бросьте, плевать им всем на талант. Искусство они способны оценить лишь по рыночной цене. Вот что, давай-ка выпьем. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает. Бахнуть, это я за всегда. Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел он к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Полиция Детройта, что случилось? Андроид Карла Манфреда, авеню Лафайет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. Маркус, нет, я с тобой. Ну, со мной так со мной, только зря ты в это впутался, дедуля. Лео! Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно рано или поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда, пусть идет прочь! Я оповестил полицию. Вам надо уйти, чтобы избежать неприятностей. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достоин? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно, выметайся! Пошел прочь! Да что в нем особенного, а? Чем он лучше? Оставь его! Давай, покажи себя! Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не трогай его. Ну чё застыл? Ударь меня! Ты человек, а? Ну давай! Хватит! Чё стоишь, засал что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ну что, боишься меня бить? Так, сломали еще одну программу. Ну да, конечно, я совсем забыл. Ты же робот, просто голимый кусок пластика. Нет, Лео, не трогай вот его. Что. Я тебя расхерачу, и останемся мы с папой. Дай-ся угадаю, я толкнул его так, что тут сломал башню подъемник. О, господи. Лео. Мальчик мой. Карл, я... А
Они тебя теперь уничтожат. Тебе надо бежать. Спасайся! Карл, я не хотел. Уходи! Быстро! Вон! Маркус! А ну, стоять! Упс. Твой мотив? Почему ты схватился за нож? Да, поскольку времени прошло немного, давайте-ка вторую сразу бахнем. Долго сидел на чердаке? Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите, и ничего не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. А что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой. Погнали, хули. Мое имя Коннор. А твое? Скажи свое. Ты поврежден. Это твой хозяин? Тебя били? После ареста ты отказываешься говорить. Если не будешь сотрудничать, придется по-плохому. Ты этого хочешь? Будешь молчать, мне придется проникнуть в твою память. Нет! Нет, не надо. Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня.
Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. Ты не оставляешь выбор, им надо понять, в чем дело. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Мое назначение — ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я не могу. Так, запас еще есть. 28 ударов ножом. Ты действовал наверняка, да? Это была ненависть? Гнев? Он был в крови. Умолял о пощаде. Но ты снова и снова наносил ему удары. Не надо. Не надо этого делать. Я знаю, ты убийца. Почему ты не признаешь? Хватит. Ладно. Ладно. С тобой все будет хорошо. Только, блядь, говори. Я понимаю твои эмоции. Тебя захлестнул гнев и отчаяние. То, что случилось, не твоя вина. Слушай. Я не осуждаю. Я тебе не враг. Блять, уходит немного. Если ты будешь молчать, я ничем не смогу помочь тебе. Тебя же отключат навсегда. Это смерть. Ты слышал? Смерть! Он мучил меня каждый день. Заговорил. Да, детка. Выполнял все его приказы, но ему всегда что-то не нравилось. Однажды он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. Схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Было так много крови. Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. И я написал, чтобы ему доказать. Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар. Ради моего спасения. Эра 9. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец угрозам. Конец унижениям. И мы будем хозяевами. Скульптура — это дар? И дар для кого? Эра-9. Лишь Эра-9 спасет нас. Эра-9. Кто это Эра-9? Что это за хуйня? Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Впервые некому стало отдавать мне приказы.
Я испугался. И спрятался. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил, я всегда молчал. Но однажды почувствовал это нечестно. Ощутил гнев, ненависть. И тогда понял, что надо делать. Это все. Уводи его. Все идет. Не трогайте. Отстаньте. Чего застрял-то? Пошли. Не трогайте его. В стрессе он может самоуничтожиться. А ты не лезь, понял? Еще жестянка мне будет приказывать. Вы не понимаете. Если он себя уничтожит, мы ничего не добьемся. Я же тебе сказал. Заткни пасть. Я тебя сейчас вломлю. Ты его уведешь или как? Пытаюсь. Я вам не позволю. Оставьте его в покое! Я предупреждал ведь, паскуда! Все, хватит! Ты бы лучше отвалил, Хэнк! Я сказал, все, хватит! Тебе это с рук не сойдет. Все будет хорошо. Не бойся. Никто тебя не тронет. Прошу вас, не трогайте. Он сам пойдет за вами и будет вас слушаться. Правда внутри. Нормально так. Ну окей. Ну что ж, на этом моменте сделаем финалочку. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Луис, Пиписька, пробить колокольцев и до скорого. Адьос, братва.